Клиенты Кубанского универсального банка получат компенсации в банке «Уралсиб». Он победил в конкурсе по отбору банков-агентов, сообщается на портале агентства по страхованию вкладов. Прием заявлений от вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, начнется 10 ноября. Часы приема, форма заявлений и прочие подробности этой процедуры объяснят на том же сайте АСВ 9 ноября. Эта информация также будет опубликована в газете «Краснодарские известия» за 10 ноября. Кубанский универсальный лишили лицензии из-за сомнительных сделок. По информации Центробанк России, он размещал денежные средства в низкокачественные активы.